Всем доброго времени суток, с вами Осина, и сегодня мы возвращаемся в Prince of Persia, Warrior Within. Давненько мы с принцем не были на острове времени, что же нам нужно сделать? Взять меч в руки и идти сражаться. С чем сражаться? Видимо, с загадками. Потому что в прошлой серии мы остановились на том, что нужно открыть некую удивительную дверь, для которой нам предоставлены рычаги. А с правой стороны мы справились. Я вон вижу, даже там восстановлена подача воды. Значит, сейчас нужно заняться левой стороной. Мозг, давай, работай. Так, явно по желобкам должна течь вода. И следую путю логики. Все уже должно работать. Почему нет? Ну, может быть... Нет, так я блокирую полностью систему. This is nice. Что еще сказать? Все просто восхитительно, и мы восстановили. И очередная дверь, которая открывается странным, непонятным для меня способом, распахнула перед нами свои секреты. Так что давайте следовать. Вообще, принцу можно не удивляться. Еще в первой части он насмотрелся на всевозможные механизмы, так что одним меньше, одним больше. Какая разница? Так. Ну и опять же, вроде бы ничего сложного. Я не помню, что будет за этой дверью, собственно. Ведь вроде бы все, абсолютно все вещи здесь мы уже сделали. Мы восстановили подачу воды. А ну пошла вон. Птица счастья. Опять же вспоминаю этих птиц из первой части. И насколько чудесные данные вороны. Насколько они легче. Насколько я кривее чуть не упала сейчас. Потрясающе. Ага. А все, что здесь нам остается наблюдать, это смена времен. Потому что это очередной песчаный зал. О, великая сила рандома. Как же ты расположила кнопки на сей момент? Что мне надо нажать, чтобы проникнуть в нужное мне время? Непонятно. Ну, чудо из чудес. Так, давайте нажмем это. Это нет, не то. Печаль. Эники-беники съели вареники. Давай, принц. Так, я вот уверена, я думаю, это она. Нет. Теория вероятности всегда складывается в минус по отношению ко мне. И велик шанс того, что именно я сделаю все не так, как нужно. Уху! So nice! И наконец-таки мы сделали наше дело. Несите меня в настоящее! Мне надоело прошлое. Хочу реальное время. Пусть оно печально, но все же. Вы получили дыхание Рока. Эта способность позволяет вам атаковать нескольких близких врагов одновременно. Используйте эту способность, когда принц окружен врагами. Используя блок Маус 2, нажмите и удерживайте R, чтобы применить способность дыхания Рока. Дыхание Рока. Окей, я запомнила. Мне кажется, это нечто подобное, как в первой части принц умел убивать всех именно при помощи кинжала времени за определенное количество... За определенное количество времени. Время, время, время. Как я люблю повторяться. Здравствуйте. Идете вы себе, прогуливаетесь по замку, и тут из-за поворота появляется совершенно безумный чувак, который пытается снести вам голову. Вы не удивляйтесь, это просто принц Персии. И у него явно плохое настроение. Когда ж ты уже умрешь? Сколько мне через тебя перепрыгивать? Сгинь! Да уж, рейтинги у этой игры когда-то были просто...
Ну, понятное дело, 18+. Однако, если я не ошибаюсь, в Америке выходила версия без крови, где они просто рассыпались в виде песка. Этакая обрезанная версия. Классно ли это? Я считаю, что нет. Ведь атмосфера этой игры, эта атмосфера жестокости просто потерялась. Ой-ой-ой-ой-ой, как у кого ты... Та-та-та-та-та-та-та. Мне не нравится то, что ты меня задел. Какие-то вы очень длинные, вы меня раздражаете. О боже мой. I don't believable. Знаешь, изредка приходится верить в то, во что никогда всю свою жизнь не верил. Я вот не верила, что буду здесь шататься по каким-то садам. Добрый день. У меня плохое настроение. Мне кажется, ты нуждаешься в рассыпании. Да, друг мой. Прости, жизнь весьма и весьма сурова. Так. Топор? Нет, я совершенно не хотела топор, но ладно. Это было фатально, черт возьми, для чувака. Ладно, прости, чувак, я не хотела доставить тебе такую сильную боль. Но опять же, повторюсь, жизнь несправедлива, а принц безумен. Я не знаю, ты же умер, но ты очень много болтаешь, даже после смерти. Печально. Так, путь нам закрыт, эта часть башни у нас вся поросла. Травой, хотела я сказать, но нет, она поросла всевозможным плющом, деревьями, и вообще выглядит, можно сказать, безумно шикарно. Очень красивое место. Я вообще люблю сады, люблю вот эти вот локации. Они несколько поэтичны, скажу такими пафосными словами. Так, давай, принц, мы с тобой аккуратненько будем двигаться по балке. Вообще, человек, ты очень отчаянный, потому что я бы на твоем месте ползла бы, сидя по этой балочке. Это и легче, и, наверное, быстрее. Хотя, о чем я? Бла-б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 ла. Так, вот. Ты доболтался, чувак. Ты вообще еще несколько раз по мне попал, поэтому... Поверь, настроение у меня ухудшилось только от твоего появления. Так, нам сюда? Да. А давайте проверим сейчас эту новую способность, каким образом она работает. Ну, мне интересно знать. Эй, не блокируйся, тебе ведь конец пришел. О-оу, знакомьтесь, новые враги. Нравятся ли они мне? Я, если честно, даже плохо помню, что они из себя представляют. Голова с плеч, нет, не с плеч, ну ладно. Эй, леди, вы меня не устраиваете, честно. Вот оно что, я могу их просто опрокидывать. Водяные дамы. Вы знаете, мне не нравятся женщины, которых не видно. Ну, мне, в принципе, вообще женщины не нравятся, это нормально. Но принц, наверное, не против. Ладно, я рассуждаю совершенно не о том. Однако мне очень нравится их оружие. Вот тут уже не поспорить. Так. Тихенько, спокойненько, вроде бы. Никаких отвратительных созданий больше здесь не предвидится. И на том спасибо. Так.
Деревья здесь специально для принца, очевидно, растут. Так. Давайте. Большое спасибо разработчикам все-таки за самонаводящегося принца, потому что, вспоминая старую Лару Крофт, которая бы в этих моментах уже 350 тысяч раз летела бы вниз с воплями, люди, которые играли в классические части, они меня прекрасно поймут. Это был не то, что Батхёрт, это было убивание нервных клеток, убивание своих пальцев, убивание всего, наверное, мозга. Но, однако, мы играли, и нам всем это нравилось. И я совсем недавно попробовала поиграть самого первого принца, да, вспомнить, можно сказать, молодость. И это было довольно-таки интересно, честно вам скажу. Хотя, господи, что там сказать, обычный платформер 2D-шный. У меня с этой игрой много связано. То, что это практически, можно сказать, самая первая компьютерная игра, которую я видела в своей жизни. Ну, помимо инопланетной тарелки, которая... Короче, я не помню, как называется эта досовская игра. Надо будет у брата выяснить. Так, а пока мы вроде бы довольно-таки быстро продвигаемся вверх. По очередным уступам. Зачем, честно сказать, я не знаю. Но ладно, я думаю, мы разберемся с этим делом. О, славная великая вода, напитай меня. Дай мне силу. Так, сохраниться, конечно же, безусловно. Так. Почему он не умер? Это несправедливо, почему он не умер? О, как же я ненавижу такие моменты. Он проглотил мой меч, он его съел. А нам нужно двигаться. Уйди, ты меч мой съел. Как мне к тебе относиться? Вот. Я высказалась. Next. Ладно, ну ничего, попьем водички, поэтому... И ты съел мой топор. Вы голодные, да? Ну, простите, ребят. Ничего не могу поделать. Убирайся. Ну, вот как-то это все произошло. Вы так любите пожаловаться мне на свою долю неприятную. Нет, только не они. Вот оно. Хе-хе-хе-хе-хе. Глупая женщина. Ну, быстрее, принц. Ты же уже напился. Зачем? Ты на всякий случай в дополнение. Так. Оглянемся. Куда идти? Не помню. Смотрите, кстати, абсолютно пустой порт. А здесь... В принципе, по-моему, уже особенно и нет никого, никаких войск. Ага, значит, вниз. Музыка, ты решила просто по хардкору ударить? Очень странно, когда играет музыка, а я просто лазю по уступам. Да нет же, принц! Вот оно. Ну, чувствую, сейчас нас будет ждать что-то веселое. Ать-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 ть. Получи с моей ноги. Ну вот я ставлю блок, а тебе все равно на мой блок, да? Как же ты меня бесишь, ты бы знал. Вот. Хочу его топор. Ай, ну, фу, леди, леди. Какие же вы. Простите, но прям вот вас обозвать очень сильно хочется. Ушла. И ты ушла, давай. О, у меня такая голова подпрыгнула. Жестоко, да, ну... Бывает. Жизнь, она вообще такая достаточно неприятная, поэтому... Ну, что сказать, они сами напросились.
Ясно. Музыка не прекращается, значит, впереди нас ждет еще количество монстров. Песчаных женщин, песчаных мужчин, песчаных водяных женщин. И, наверное... Так, а здесь спокойно. Спасибо, спасибо. Стоп. Угу. I'm... Understand. Так. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Капец просто. Давайте отмотаем на тот момент, пока мы их еще не встретили. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, я думаю, что... Я не знаю, может быть, в кого-нибудь я допопала. Уйди от меня, мерзотина. Ну, давай постоим, поблокируемся. Ты от меня, я от тебя. Ой, водяные меня бесят. На самом деле, они меня все бесят, но... Кишки тебе вспорю. Не знаю, где принц увидел у нее голову, но, наверное, он просто молодец. А ну-ка. Не хотите познакомиться с приятным мужчиной? Что творю? Сама не понимаю. Ха-ха-ха-ха-ха. А! Ну это... Отстань! Уйди! Ну вот, вроде бы каким-то таким образом мы со всеми разделались. Не знаю, есть ли здесь секреты какие-нибудь. Не знаю, мне сейчас не до них, мне просто хочется отсюда выбраться. А еще при первой же, по-моему, при первом прохождении я на этом месте застряла. Я вообще в садах очень долго висела, не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что у меня координация страдает. И плюс к тому же с ориентирами беда. Однако сейчас уже, спустя такое большое количество времени, как видите, дорога видна более четко, более ясно. Хотя, можно сказать, все прохожу довольно-таки слепо. Оп, оп. О, мужики, привет! Что? И мне это не нравится, честно. Мне это совсем-совсем не нравится. Надо какой-то придумать способ, чтобы добраться до колонны. Вот он. Вам нравится, как я умею крутиться и вертеться? Я умею делать крутило и вертело. Посмотрите, как хотела. Отлично. Просто как орехи пощелкала. А-та-та-та-та-там. Ну что, это еще не все. Нас еще какие-то монстры ждут. Боже мой. А, нет, все. Все, успокоилась ситуация. Сохранить игру, безусловно. Спасибо, кстати, что предоставили здесь сохранение. Обычно там до самого конца ждут последнего фейла, можно так сказать. Было наивно, наивно, наивно. А куда? Будьте так любезны объяснить. А, наверное, наверх. Вот они, проблемы с ориентирами. Так. Ать! Ничего, принц, не бойся, я с тобой. Пока я с тобой, мы справимся. Я надеюсь. И в настоящем безумно плохая погода. Серое небо. И все достаточно печально. А-та-та-та! Не ожидала встретить.
сию женщину здесь. Так, ладненько. О, мы добрались, смотрите-ка. Замечательно. О. Так, я думаю, что здесь стоит замедлить время. Ну, а что лишний раз фигнёй страдать? Не правда ли? Еще одна сохранялка. Балуют, балуют. Просто на каждом шагу расставили. Так. Ну что же, друзья мои, продолжим мы наше путешествие в следующей серии. Я была рада, что вы посмотрели мое прохождение Prince of Persia. Игра восхитительная и невероятная. И я буду повторять это вновь и вновь. Ставьте пальцы вверх, если вам данное прохождение нравится. Ну и всем говорю пока-пока.